Бронированный фургон, танк. Идея крытого вагона платформы, атакующего вражеские ряды, возникла в середине века и была с энтузиазмом подхвачена в 14-м столетии. Леонардо да Винчи разработал тяжелый фургон в форме черепахи, вооруженный со всех сторон пушками и окованный броней. Проблема перемещения этой платформы надеялась решить при помощи парусных судов. Вместо этого Леонардо предложил поместить внутрь вагона 8 человек, приводящих его в движение, используя коробку передач, соединенную колесами, с колесами. Была идея о замене людей лошадьми, но от нее пришлось отказаться, так как животные могли запаниковать в тесном и шумном пространстве.